Всем привет! У нас сегодня пятница, последний учебный день. Пытаюсь развеселить их. Не очень-то им хочется вот так вставать рано. В общем, вот у нас завтрак происходит. Они уже почти все доели. Перед гаражом. Даже не знаю, все снимать не буду. Ну, просто покажу, что вот действительно у нас там гараж. Мы просто сюда переставили холодильник, стол кухонный и часть гарнитура, чтобы хоть как-то было похоже на кухню. Здесь у меня плитка электрическая стоит. На ней очень долго все это. Даже долго разогревать. Ну что, как настроение-то, школяры? Хорошо. Хорошо. Вас вчера хвалили, да? Нет. Как нет? Жан, вас хвалили вчера? Вы все руки поднимали? Да, всех троих хвалили. Вася у нас, как всегда, Вася слушает, да ест. Подписывайтесь немножко на лайки. Ставьте лайки. Да. За что тебе лайк-то поставить? Ты еще даже не проснулся. Я проснулся. Проснулся? Да. Ну, давайте сейчас в школу. В школу сейчас побежим. Пока дети там у меня переобуваются, одеваются. Сниму дальше продолжение, что у нас тут происходит. В общем, плитку на кухне на пол положили уже полностью. Вот так у нас здесь будет обеденная зона. Окна еще мы не оформляли. Вот у нас здесь еще не доделано. Мне нравится вот эти вот стенки дерева. Смотрится как в избе. Такие вот у нас тут столбы будут. У меня вчера приключение было. Я пришла с детьми. Мне нужна была горячая вода. И я включила колонку. Я не знала, что она была снята строителями. В общем, наверное, вот пятно прогорело. Но она работает. Запах был, конечно, жуткий. Ну, надо было меня предупредить, что нельзя воду включать. Или хотя бы газ перекрыть. Это, конечно, вот я не считаю, что это я виновата. Очень жалко мне, если она сгорит, колонка. У меня лишних сейчас вообще денег нет. Итак, мы эту колонку, я уже говорила, наверное, купили. Она у нас новая. Она не дешевая, это Нева. Но, как вот мастер сказал, из газовой службы приходил, вот производители этой Невы, они ее испортили тем, что еще, по-моему, в 2017 году стали запчасть там, то ли гидропилоте, то ли где-то, я в этом не разбираюсь, ставить не из металла, как раньше было, а пластиковую. И вот она у нас по прошествии, наверное, 3 или 4 месяцев эксплуатации сгорела. Нам ее заменили, так как на гарантии бесплатно. Ну вот, в общем, так, сейчас очень надо смотреть внимательно при покупке таких вещей. Даже дорогая вещь, она вот, смотрите, что с ним произошло. Так, ну, фартук я в прошлый раз уже показывала. В коридоре тоже плитку почти положили. Осталось вот тут квадратик. Это для того, чтобы нам бегать в ванную. Ванная у меня вся грязная. Пол весь ухомастанный. Потому что мы тут обегаем мыть посуду. В общем, и плюс строители там воду берут, и, в общем, ой, все грязное. Вот, и плюс еще вот эта дверь деревянная. Здесь же, когда штукатурили, была влага, и она у нас вот так сыграла, разбухла. Если она обратно не встанет, надо что-то будет делать. Не знаю. Вы оделись? Угу. Все, иду, давайте. Ну, выгружаемся. Давайте. Папа поцеловал Васюш. Да. Егор, ты отстегнулся? Давай, выходи. Давай, давай, давай. Давай руку.
Егор Сергеевич, ты хоть всем привет скажи. А, Егор? Ну скажи, всем привет! Всем привет! Пришли мы со школы. Их учительница выводит, пока погода хорошая, на перед школьным крыльцом. Объявляет родителям какие-то там новости. Но это дополнительно. А так все у нас в Вайбер же теперь есть. Присылают сообщения. Вот. Так, девочки, давайте переодеваться. Скоро кушать будем. Василиса, поздоровайся. Да, всем привет. Как ты пойдешь гулять? Ты не переоделся даже. Можно мы сейчас погуляем? Я вам не скажу. Посмотрите это видео до конца. И поставьте лайк. И подпишитесь на наш канал. Можно мы сейчас погуляем? Хочется Васюше, чтобы у нас было много подписчиков. Так. Я не знаю, что с ним делать. Ругать его, хвалить его. Что с ним делать, Снеж? Не знаю. Не знаешь? Нет. В общем, он у нас к девочкам в комнату сегодня ходить не будет. Потому что он вчера что сделал? Налепил нам на ковер. Пластилином, да? Я наступаю, на меня жало. Да она даже рядом с тобой не стоит. Она на меня наступила. Не то, что налепил, а прямо размазал. В общем, я пыталась его оттереть, не знаю, наверное, пятно останется. Девочкам это не понравилось, что он им ковер испортил. В общем, они сказали, не будем мы сегодня с Егором играть. А Егор, вот какой ковер новый. Ну, красивый, да, но что-то вот на свой-то он не лепил пластилином. Кто тебя сейчас пинал? Скажи, пожалуйста. Мать по голове пнула. Да она даже рядом, вот прошла просто рядом. Она рядом головой, и меня пнула. Тебя пнула. Егор, я даже это, телефон из рук не выпускаю. В общем, он у нас вот так себя ведет. Мать. Очень интересно. Да, Егорка? Давай переодеваться. Я хочу гулять. Хоти. Как ты пойдешь? В школьной одежде гулять пойдешь? Васюш, давай теперь деваться. Вася все хочет сказать. Пойдем, я тебя засниму в другом свете. Вот так давай, чтобы светло было. Ну, говори, солнце. А уже конец видео? Нет, еще не конец. Может, мы еще вечером что поснимаем. Ну, ты уже просила подписаться? Просила. И лайки просила поставить, да? Ну, а вдруг кому-то не понравится? Могут и дизлайк поставить. Мы же не против. Пожалуйста. Давайте переодеваться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. А ставьте. Вот что это делать. Они тренируются. А вот что на, по очереди говорить всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Блогеры вы мои любимые. Давайте идите переодеваться. Вот Лера что делала. А что Лера сделала? Испачкала тебе пол. Все, беда теперь у тебя, Егор Сергеевич, беда. Это просто обычная грязь. Это не совсем грязь. Обычная грязь, да. Это не грязь. Это не грязь, это что-то такое. Это пластилин. Пластилин? Да. Нет. Ну ты же вчера тоже им пластилин налепил. Это черный ковер. Да. Жан, не надо скоркать. Все. Егор, ты будешь переодеваться? Да. Давай, переодевайся.